Привет! Сегодня твой любимый Deceit. Это игра, в которой ты моментально теряешь всех друзей. В двух словах о игре. Играя за выжившего, ты должен вычислить зараженного среди других выживших. Если не вычислишь, зараженные насосутся крови и убьют всех выживших ночью. Хорошего просмотра! Хочешь пополнить свой инвентарь дорогими скинами, но не знаешь, где их найти? Конечно же, на Force Drop. Только у нас ты найдешь мощный дроп, скидки на кейсы, промокоды, а также авторские кейсы от топовых ютуберов. Force Drop. Бери от жизни лучшее. Смотри, у меня нож офигенный, ложка. Не бойся вилки, бойся ложки. Во-во-во-во. Просыпаемся, чухиваемся, пошла жара. How did I end up here? Хай! Хай! Я не виновен. Как по звуку? Да, я тоже не виновен. Да, хорошо, соси, хорошо, убивай хорошо. Всех. И все невиновны, ребят, как мне всегда. Мне кажется, виновный Квантум. Мне точно так кажется, да. Вы что, охренели, что ли, псы сразу на Квантум угнать? Почему вы вдвоем решили, что это Квантум? Квантум, ты напился? А реально, кстати, Халдор и Кратос. Халдор, Халдор, соси кровь. В смысле? Соси кровь, братан. Сосу, сосу кровь. Соси кровь. Да, сода, сода сосал. Сода? Ладно, шучу, сода не сосал. Да, да, да. А чё ты соснул, кстати, в углу? Не надо. Я нашел дробовик, я мне давай. Я просто кому понимаю, ты даешь дробовик, ты баклан Антон? Это Антон и Халдор, это Антон и Халдор, всё, пань. Я нашел. Я хочу дробовик. Я нашел дробовик. Я тебе его отдам, Сань, чисто из того, что я знаю, что с тобой спорить без полезно. Я верю в Кратос, я верю в Кратос. Пока спорить, там кто кровь фига. Квантум. А, так, кстати, Квантум, мы все бегаем, а Квантума нету. Давайте просто дремонт. Я собираю себе вообще-то штуки всякие. Ага, Квантума нет, ты красавчик. Все, все уже собрано. Ребят, Кью нажмите, все уже собрано. Он говорит, что собираешь. Я собрал себе адреналин и фонарик, кошелёпок. Все. Опять ты гонишь на меня. Все к фонтану, идите. Давайте я у фонтана. К кому ложкой по зубам заехать? У меня ложка в руках, вообще ору. Вообще капец темно. Сода! Сода, кровь заснул! Сода, кровь! Сода, иди сюда! Иди сюда, сода! Сода, кровь заснул! Капец, а ко мне бежит, пацаны! Это либо Квантум, либо Дина, это либо Квантум, либо Дина. Это не я, честно. Я все время была рядом с Халдором. Какой-то у нас волчок. Я пока бегаю, никого не вижу. Охренеть можно. Найс, ставили все. Кого-то хавают. Помогите, что? За мной как бежит, чувак! Дину съели, вон он рядом бежит. Меня чуть оборотень. Не съели, я видел, Дину хавали. Это Квантум схавал Дину! Это Квантум! Я не хавал Дину, шлепок! Он, короче, вы, там Дина это лежит, а он выбежал, пацаны, оттуда. Это я не хавал, за мной вообще-то у шлепок, у меня оборотней нет. А как алло, наверх драфтите. Подняться, алло? Как наверх? Лестница наверх есть. Лестница, посмотри. Блин, я сейчас сдохну. У тебя лестница наверх, Антон, здравствуйте. А, кто там, Кратос? Чего они так далеко? Вообще капец. Ква, это сейчас Квантум проверяем. Ква, вот тебе и ква. Квантум, ты бежал от Дины, которая умерла? Я говорю, я видел, как вы жрали, я убежал от этого ушлепанства. Я Квантума не видел, типа, но я видел то, что Дину убил этот оборотень. У меня оборотней нет, у меня только красный вообще-то. Ну, чекай Халдора, потому что Халдор базарит вот больше проверка. Всех. Нет, вот соси, проверка, хавай, убивай всех. Вот проверка, давайте. Угу. Ко мне. Все идем. На проверку. Бегу. Кто не придет, того убиваем. Охренеть, логика. Нифига себе. Халдору не давайте проверку, потому что если вы дадите Халдору проверку, и он, как всегда, просто замутит телегу. Короче, никто не пришел на проверку. Найс. Потому что мы заблудились, Найс. Сода, давай, я с Квантумом. Я с Кратосом хожу, я слежу за тобой, шлепок. Дай бог, ты трансформируешься. Пёс грязный. Всё. Давай Халдора. Короче, проверим. Убьём убиваемых. Зачем? Да возьми предохранитель. Этого Кратоса хочу проверить. Кратоса. Он просто крови. А зачем ты на меня повесил? Мне все монстры сейчас идут. Ты в курсе? Нет. Спасибо. Капец. Но. Подождите, пацаны, я в свое оправдание сейчас, Сань, хочу сказать, то, что если он скажет, то что я маньяк, сдай, это сука возле крови стоял, и я потом пострел. Ах ты ущербок! Это Кратос, это Кратос! Ты дебил, вот я бегаю, вот я, дебил! А, это Квантум! Это Квантум, это Квантум! Хрена ли это Квантум вообще? Свети! Он у тебя рядом! Это, короче, Халдор и, походу, Сода, понятно все. Я с вами бегаю, Сода маньяк! Понятно. Да, Соду съели, блядь!
Соду съели! Да не, это он один квантум. Остался, бей это его! Квантум. Да ладно! Да не убей его, он один остался! Ну сейчас дождемся дня и убьем его тогда. Зачем ты вообще орешь? Ну интригу портишь, братан, всю. Да ну блин, ты че, один остался? Давай дежурим, короче, у выхода и все. Через секунду ярость, началась. Ой, Сань, здравствуйте, здравствуйте, я оборотень, здравствуйте. До Победа, свидания. Ты убил его? Вот ты уж, Лёпа, мне не оставил. Ничего вкусненького. Квантум не виновен. Встань. И Антон встань. Не виновен. Да, мне, да я его нашел в самом начале. Ребята, ходим вместе, Антон, пойдем вместе. Когда Квантум так базарит, это значит он. Да, я говорю, я виновен, убей меня. И это будет Хелдор, и сдохнешь потом, и будешь лашкой будешь. Это двойной блеф. Да я с ним бегаю, Саня, не виновен. Тройной блеф. Ну, так ты бегаешь и покрываешь его. Бегай с ним розовым ушлепком. Все в центр, все в центр, все в центр. Короче, ой, Хелдор не виновен, он всех в центр позвал. Ну, это значит, Хелдор не виновен. Да, Саня не виновен. Все в центр, кто не соберется, того тот... Сода здесь, Квантума Кратоса нету. Квантум Кратоса из Дины и Евгена нету. Короче, это Евген по-любому. Они вместе бегали. Кого вместе? Я тоже здесь. Это Дина и Евген, все решили, все понятно, пацаны. Берем предохранители, да, идем ставим. Началось опять. Мы с Квантумом бегаем, я знаю, что... Антон, ты за мной пошел, надеюсь? А что, она бесконечная, что ли, ловушка? Пойдем, братан. Ловушка бесконечная, да. Мы один поставили предохранитель, еще нет, два. В смысле, их конечное количество, но стоит на бесконечность. Я еще один взял. Я два поставил. Ой, Хелдор не виновен, это Евген и Сода. Это Евген и Сода. Мочим сейчас Евгена. Первую ночь Евгением Евгена. Нет, сначала проверим. Без проверок. Первую ночь мочим Евгена. Если мы будем проверять, все сдохнут. Ну, ребят, я говорю вам, как будет. Мы проверок уже завалили. Потом игра повернется так, что мы все сдохнем. А если проверка, один раз так уже валили. Я в этом уверен. Проверку. Хорошо. О, вон проверка. Дай проверку, Антон, дай проверку. Проверку, иди проверь меня. Иди проверь меня, я проверку. Я возьму Дина. Квантум. Я иду проверку брать. Я взял. Хелдор взял проверку, ё-моё, Хелдор. Евген сюда, Евген к нам, Евген к нам. А есть-то Хелдор и Евген. Хелдор, ну я ж нашёл её, проверь меня. Я иду куда? Я два предохранителя ставил. Где Евген? Евгена нету. Это либо Дина и Евген, либо Евген и Сода. Да это не я. Да что, проверь меня, я уже валили один, я уже запарился. На выстрел, беги, Евген, на выстрелы. Короче, это Евген, он не идет, Да я выстрел не слышу. Это Евген и Сода, или Дина. Давайте соберемся там, где огромный... Нет, какая Дина, Сода! Дина зарашена! Подними, Антон, подними, Антон, подними меня! Антон, подними меня, срочно, Антон, подними! Спасибо! Дина заражена, я поверю, она заражена, голосу! Нет! Вы чё? Это так! Вы чё не проголосовали? Да мы сейчас проиграем, вы что? Вы чё не проголосовали? Хабар, меня съели! Не стреляй! Подними меня, Саня! Зачем ты стрелял? Сода, зачем ты стрелял? Снимите меня! Живи, братан! Это Евген и Дина, я проверил, я же говорю, Дину проверил! Евген и Дина, я сказал же! Евген и Дина! Саня, я за тобой бегаю! Все, предохранитель! Я не уверена насчет Евгена, ну все, Сода, прости, братан, но я же говорил, это либо ты, либо Евген! Не надо тут! Либо Дина и Евген, братан, сорян! Все, я на левом выходе, жду, вы на правом! Братан, я надеюсь, ты меня простишь, Сода, но ты понимаешь, что ты сам видишь, что происходит! Евген и Дина, ребят, Евген и Дина! Ну, троих выделил сразу, и поэтому вот, ну, так получилось. Прости меня. Они убежали! Они через право убежали! За мной! У меня два выстрела. Давайте Квантум не виновен. Дай! Ребят, не верьте, Хелдор! Не верьте ему! Дина! Ищем Дину и Евгена! Я Дину поверил, ребят, она зараженная. А если Хелдор и Евгена не переиграли все? В этот раз я ему верю. Нет. Ищем, ну, ребят, бегайте, ищите вот с ножами. Я не знаю, что мне сделать, чтобы вы поверили, что Хелдор обманывает. Она, ребят, я был возле вас, когда мост ужал. Не получается, я, его, я на него светил. Я да, вижу. Да, кстати. Где я видишь? Где вы, ребят? Вот Евген выпил кровь. Он за кустами побежал, он сейчас трансформируется. Мочи его. Знал бы еще где он. Иза, Саня, Данил. Вместе ходим. Без шифта. Идем, собираемся все вместе в предохранители. Вот она! Положи, это Дина была. Я вам говорил, без шифта. Еще стоять вместе идем, идем вместе. За мной. Стой, я беру предохранитель, стой. Идем вместе, цепочка. Я взял уже. Идем 18 метров. Вы где все? Открываем выход.
Быстро, быстро, все на выход. Ловушки есть у кого? Ребята, вы где? Нет. Открывай. Я дропаю, вроде есть у кого-нибудь? У меня есть фонарик. У меня фонарик есть. Светите мантадовым фонариком. Светите фонарями? Вон! Давай! Положили, да, хороший объект. Вы меня замочили? Ой, это ты, братан, прости. Ебой! Прости, мы выиграли, все ништяк. Отлично. Сюда я тебя подбил нечаянно, сорян. Согласись, было весело. Если ты хоть раз улыбнулся, с тебя лайк и подписка. Эдакий челлендж. Так что если улыбнулся, ставь лайк и подписывайся. С вами был Квантум, до скорых встреч. А если хочешь побольше таких видео, обязательно комментарий.